пульс есть. Чтобы услышать эту простую фразу, врачи Самарского областного кардиодиспансера противостоят жестокой статистике. 8 детей на 1000 рождаются с пороком сердца. Поэтому каждую операцию смело можно назвать уникальной. Например, заставить сердце новорожденного биться при отсутствии левого желудочка. Для этого наши хирурги буквально перекраивают жизненно важный орган и путем вшивания нескольких заплат заставляют работать правый желудочек за двоих. Суть этого порока в том, что у ребенка нет левого желудочка сердца. Тот, который должен работать на весь организм. Его просто нет, природа не выросла. Вырасти мы его не можем. И вот мы путем этих операций, мы обманываем сердце, переключаем все кровотоки так, чтобы заставить работать правый желудочек за два. Такой вид операции уникален не только в масштабах страны, но и в мировой практике. Состоит он из трех этапов. Каждый имеет свое название – Норвуд, Глен и Фонтен. У нас система оказания помощи именно этим пациентам налажена. Мы их наблюдаем в течение уже многих лет, с 2004 года, как было создано детское, соответственно, кардиохирургическое отделение. И на сегодняшний момент времени для таких пациентов, вот, с которым выполняются все эти этапные операции, есть специальный фонтен-центр создан, где они отслеживаются мультидисциплинарной бригадой. Проводят такие операции по федеральной квоте высокотехнологичной медицинской помощи бесплатно. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.